Салам алейкум и здравствуйте. Карабах – это Азербайджан. Азербайджан начал спецоперацию под названием «Антитеррор». Все мы прекрасно знаем, что в 2020 году в 44-дневной войне Азербайджан одержал победу. Армянская сторона капитулировала. При этом давала обещание на подписание мирных договоров. Прошло 3 года, и армянская сторона оттягивает решение этого вопроса. Никола Пашиняна неоднократно приглашали в Азербайджан для того, чтобы урегулировать этот конфликт мирным путем. Никола Пашинян отказался. Провокации армян на протяжении всех этих 3 лет, как на международном уровне, так и просто среди народа в соцсетях, привело сегодня к тому, что Азербайджан совершает спецоперацию «Антитеррор». Все нелегальные образования, террористические группировки Армении должны немедленно покинуть Карабах. Кроме того, живущих армян в Ханкенды Армения отказалась снабжать гуманитарной помощью, на что Азербайджан неоднократно со своей стороны высылал гуманитарную помощь жителям Ханкенды. Армянская сторона отказывается. Азербайджанская сторона сегодня предупреждает мирных граждан и жителей, которые находятся в Ханкенды, не покидать свои дома, так как азербайджанский воин обезоруживает террористические группировки, которые остались на наших территориях. Инфраструктуру, а также мирное население, азербайджанский воин трогать не намерен. Армянская сторона всегда занимается провокацией на протяжении всех лет. И сегодня тоже, говоря о том, мол, якобы армяне, живущие в Ханкенды, умирают с голода. Но у меня такой вопрос, армяне, если вы так переживаете о своих армянах, то почему вы не посылаете из Армении гуманитарную помощь? Почему отказываете от гуманитарной помощи, которую вам предлагает Азербайджан? Значит, у вас все там хорошо. Жители, которые остались в Карабахе, это граждане Азербайджана, как заявляет азербайджанское государство. И для Азербайджана важна жизнь каждого человека, каждого гражданина, так как это граждане Азербайджана, так как Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Аллах ордумузу корусун, Аллах аскерімізді корусун. Правда, иншаллах, всегда побеждает. Карабах – это Азербайджан.